Александр на время пребывания флага на кубанской земле станет его хранителем. Среди множества кандидатов большинством голосов выбрали именно его. Студент монтажного техникума стал победителем прошлогоднего чемпионата России. К этому с детства тянуло. Именно к работе руками, работе с чертежом, каким-то расчетом. Это у меня получалось и мне это нравилось. Кубань принимает эстафету флага мирового чемпионата. На церемонии закрытия в Абу-Даби в прошлом году его торжественно передали российской сборной. После этого флаг отправился в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Там же и был дан старт эстафете. Далее флаг побывал на Международной космической станции, мы его отправили в космос. После космоса, как он прибыл, в марте месяце стартовал международный этап эстафеты флага в Испании. После этого он посетил 19 стран, и сейчас начался российский этап с Южно-Сахалинска. До вас мы посетили уже 11 городов. Получается, 11 субъектов Российской Федерации. И вот Краснодарский край – это 12-й субъект Российской Федерации, где побывал флаг. Этому флагу еще предстоит побывать в 12 регионах, лидерах движения WorldSkills в России. Уже завтра он откроет региональный этап в Анапе. В наш город приедет почти 500 участников, представители совершенно разных профессий. Строители и токари, дизайнеры и флористы, педагоги и специалисты IT-технологий. Конкурсные испытания пройдут в 73 компетенциях. Для нас это уже четвертый чемпионат региональный, победители которого примут участие в дальнейшем во всероссийских отборочных соревнованиях на право представлять Краснодарский край на национальном первенстве. По рабочим профессиям. Это очень серьезное, значимое мероприятие для всей Российской Федерации, наверное, для всего мира. Это достаточно серьезное движение и не просто соревновательные технологии, а прежде всего серьезная система подготовки кадров, когда каждый из участников, конкурсантов имеет возможность показать уровень своего мастерства, уровень своей подготовки, и своего рода стимул. Мы надеемся достойно представить и муниципалитет, и Краснодарский край, и пройдут финалы дальше. Наверное, все-таки надеемся их увидеть среди фамилий победителей всемирного первенства WorldSkills в Казани. Лидеры регионального этапа будут представлять Кубань в мае на национальном чемпионате. Его победители будут защищать честь страны на мировом первенстве WorldSkills, которое пройдет в августе в Казани. Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.